Наш каждый миг наполнен суетой, неотделим от мишуры сомнений. Но где-то глубоко внутри, минуя сумрак, мы все несем в себе незримый свет. Его сияние открывает двери в волшебный мир, куда ведет любовь. И лишь пройдя 7 стадий просветления, сумеешь ты постигнуть красоту, и все вокруг тебя вдруг станет белым. Коллегам и друзьям, будьте счастливы и просто здравствуйте. Мира, радости и процветания вам. Здравствуйте! Я говорю вам здравствуйте. В добром здравии мы рады видеть вас. Каждую секунду жизни здравствуйте. Каждый день и каждый жизни час. Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня в этом зале. Ведь сегодня самый главный день прошедшего учебного года. Сегодня мы подводим итоги всех ваших свершений. Много трудных и ярких дней за спиной. Студенты нашего колледжа не раз на протяжении года доказывали, что они достойны носить звание лучший. И именно сегодня мы узнаем имена лучших из лучших. Мы рады объявить открытие церемонии чествования лучших студентов Сургутского профессионального колледжа «Студенческий Олимп-2014». Для торжественного открытия мероприятия приглашаем директора нашего любимого колледжа Вадима Николаевича Шутова! Дорогие друзья, ну, наверное, вот традиционно сегодняшнее мероприятие, оно и самое радостное по степени эмоционального такого воздействия, может быть, с ним может сравниться последний звонок, когда мы прощаемся с нашими старшекурсниками, выпускниками, но там очень грустный праздник, поэтому, значит, вот сегодня это самый радостный, потому что действительно подводятся итоги целого учебного года. Сегодня на этот студенческий Олимп зайдут действительно лучшие, действительно те, кто представляет гордость нашего учебного заведения. А само наше учебное заведение, я думаю, на сегодняшний день является гордостью, в общем-то, правительства Ханты-Мансийского автономного округа, которое является, мы будем говорить, нашими родителями, то есть нашим учредителем и фактически структурой, которая содержит наше учебное заведение. Хотелось бы сказать, что вот в прошлом году, когда мы подводили итоги прошедшего года, то же самое, значит, был студенческий Олимп. И, ну, такое традиционное пожелание, чтобы на следующий год добивались еще больших успехов, больших результатов. Но вот, честно говоря, я даже сам не мог себе представить, что насколько в этом году действительно будет
очень серьезный прорыв в развитии нашего учебного заведения. И не случайно, наверное, в общем-то, мы подошли уже к такой ситуации, когда наше учебное заведение будет именоваться и именуется уже политехническим колледжем. С одной стороны, мы привыкли, что профколледж, СПК – это своеобразный бренд, это значит то, что нас отличает от других учебных заведений. Но мы, самое главное, сохранили аббревиатуру СПК, да? Но наша задача и с вами, и с теми, кто придет вот уже в новом учебном году впервые к нам, действительно, так сказать, содержание – это наполнить вот таким особым смыслом политехническим, чтобы он стал, значит, ну, по содержанию, ну, очень серьезным, очень основательным. И та динамика развития учебного заведения, движение в лучшую сторону, оно должно быть продолжено. Я поздравляю вас всех сейчас, пока еще, так сказать, не получившими вот эти вот награды, с тем, что вы сегодня здесь присутствуете, и вы, что стали вы номинантами вот в различных наших, значит, направлениях деятельности. Ну и, конечно, традиционно желаю, чтобы вы добивались более высоких результатов, чтобы ряды тех ребят, которые в номинации были отмечены, расширялись, и чтобы наше учебное заведение действительно развивалось и становилось еще более интересным, еще более привлекательным и еще более нужным как нашим работодателям, так и нашим студентам. Разрешите мне наше мероприятие «Студенческий Олимп 2000» или 2014, как вот сейчас любят говорить, считать открытым. Спасибо, Вадим Николаевич, за добрые слова. И нам пора приступать к самому главному – к награждению лучших студентов Сургутского политехнического колледжа. По традиции, награждение проходит в 7 номинациях, которые охватывают все направления жизни студента, а это… Лучший в учебе! Молодой исследователь! Профессиональная успешность! Патриот! Активная жизненная позиция! Спортивный пьедестал! Творческая личность! Но есть в нашем колледже и такие, которым все под силу. И они стали лучшими в нескольких направлениях. Именно такие люди и получают гордое звание. Лучший студент года 2014. И есть еще одна немаловажная номинация. На мой взгляд, она самая главная. Ведь у человека, который ее получит, студенческая жизнь только началась. Он или она еще первокурсник, а его дела и поступки уже отмечены. И носит эта номинация гордое название «Надежда колледжа». Основная задача человека – не потеряться в этом мире. А это под силу только тем, кто жаждет знаний. Thank you.
награждения в номинации «Лучший в учебе» на сцену приглашается заместитель директора по учебной работе Зинаида Андреевна Дусь. Получил отличные, хорошие оценки. Но хочется думать, что за этими оценками не только стоят отметки, за ними стоят знания, которые вам пригодятся в будущем. Не секрет, что при поступлении на работу сейчас работодатель смотрит не только сам диплом, он смотрит приложение. А из приложения он видит те предметы, по которым тоже задает вопросы. Я думаю, что в этом году вы почувствовали вкус приобретения знаний. И вот эти знания, они просто отметки, будут украшать вашу жизнь, помогут вам в будущем. И, конечно, вы всегда будете помнить, что эти знания вы приобрели в Сургутском политехническом колледже. Надеюсь, не знаю сколько, но надеюсь, что самое большее количество грамот будут сегодня вручены за учебу. Итак, награждается Баранюк Сергей Анатольевич, группа 347, номинация «Лучший в учебе». В ежегодной церемонии «Студенческий олимп 2014». Поздравляем! Просьба студентов, получившим награды, не покидать сцену. Награждается Сиволапова Рамила, группа 332. Бичкурина Альфина, группа 331. Матвеева Виктория, группа 333. Ротохотова Ирина, 337 группа. Голуб Вадим, 347-я. Соколов Евгений, 346-я группа. Остаемся на сцене. Понятно. Федорков Александр, 346-я группа. Примчук Александра, 331-я группа. Пономарева Валерия, 332. Коваленко Серафима, 332-я. Старцев Андрей, 341-я группа. Васильев Максим, 341-я. Киринский Владислав, 345-я. Поздравляем. Трусов Иван, 346-я группа. Кляшев Наиль, 343-я. Фомичев Алексей, 343-я группа. Ушанский Владимир, 345-я группа. Дрозд Илона, 337-я группа. Большуков Андрей, 338-я группа. Виниченко Михаил, 341-я группа. Сайфутдинова Алия, 337-я группа. Круц Денис, 332-я группа. Андрейчи Владислав, 221-я группа.
Захарчук Максим, 220-я группа. Второй курс у нас пошел. Это те дети, которые в прошлом году были отмечены грамотами. Поздравляем. Маринец Дейнека Алексей, 221-я группа. Нестеров Илья, 121-я группа. Уже известный наш герой. Поздравляем, Илья. Или Сметова Зама, также человек, который принес столько нам в этом году приятных моментов. Победители профессиональных конкурсов. Спасибо. Ключников Антон, 120-я группа. Демидов Юрий, 120-я группа. 120-я, третий курс, не упускает позиции, вернее, не понижает свои позиции. Молодцы, спасибо. Демидов Юрий. Вахонина Валерия, 229-я группа. Ярусов Дмитрий, 121-я группа. Глотов Сергей, 220-я. Абрамов Илья, 228-я группа. Это уже портфолио, наверное, не помещает грамоты у этих детей. Так, Абрамов Илья. Так, Ишумбаев Лев, 225-я группа. Юлтанов Владимир, 227-я. На практике, видимо, ребята. Поэтому... Герасимов Сергей, 227-я группа. Швецов Анатолий, 228-я группа. Сысуева Виктория, 122-я группа. Костенко Юлия, 122-я. Боддарь Богдан, 236-я группа. Ермолаев Антон, 237-я группа. Коршняева Иванна, 131-я группа. Крысальная Екатерина, 131-я группа. Борисевич Алена, 231-я группа. Ситникова Рима, 231-я. Семчук Кристина, 011-я группа. Алиева Анна, 011-я группа. Бибарсова Юлия, 011-я. Копытин Вячеслав, 142-я. Салахов Артур, 142-я. Поздравляю. Батеха Алексей, 242-я. Богданова Анна, 143-я. Захарова Арина, 143-я группа. Гардер Екатерина, 143-я. Тимотин Станислав, 042-я. Денисенко Александр, 042-я. Ринекульцев Александр, 041-я. Лачкова Валентина, 042-я. Попов Михаил, 042-я.
Рашин Георгий, 015М. Яфаров Эдуард, 041М. Черкасова Ирина, 015М. Голубь Юра, 143-я группа. Тарариев Олег, 015. Попкова Валерия, 143-я. Саид Гараев Айрат, 242-я. Волков Дмитрий, 243-я. Насонов Александр, 246-я. Богданова Евгения, 242-я. Поздравляю. Фальковский Максим, 242-я. Ильин Илья, 242-я. Шутова Анна, 242-я. Куянов Григорий, 242-я. Бабкин Денис, 242-я. Ну, 242-я. Надо заготавливать, наверное, дипломы с отличием. Поздравляем. Чернышов Максим, 241-я. Свистунова Анастасия, 241-я. Хусаинова Альфия, 143-я. Чушков Александр, 142-я. По аплодисментам сразу чувствуется личность известна. Спасибо. Гатиатулин Юрий, 041-я. Тютюгин Сергей, 042-я. Лебедев Дмитрий, 015-я. Светанская Алена, 015-я. Поздравляю. Так, Матвеева Виктория. Я прошу прощения, мы называли? Называли. Все, тогда это те дети, которые нет. Ребят, приятно видеть наших студентов, не единожды здесь стоявших на сцене, а тем, кто впервые здесь. Пусть они прославляют наш колледж, получают удовольствие от тех знаний, которые получили, и пусть им всегда везет. Поздравляем. А сейчас сообщаем фото. Ну как-то стойте. Как-то поздравляйте. Специалистам, знающим свое дело, возможно, только постигая этот мир. И, конечно, полностью отдавая всего себя своему любимому делу, своей профессии.
ребят, за работу. То, что вы сделали, это всего лишь какой-то минимум. Но этот минимум может всегда превратиться в максимум. В номинациях «Профессиональная успешность» и «Молодой исследователь» на сцену приглашается заместитель директора по методической работе Людмила Петровна Ковальчук. Студенты, добрый день, уважаемые педагоги, родители. Очень приятная миссия награждать сегодня тех студентов, которые не просто успешно справляются с учебной программой, а которые выходят за ее пределы, познают что-то новое, пытаются что-то усовершенствовать и предложить свои варианты, свое видение решения поставленных проблем. Приятно поздравлять тех студентов, про которых мы уже сегодня можем со 100% уверенностью заявлять, это не только надежда колледжа, может быть и пафосно скажу, но это и надежда страны, которые готовы созидать. Мне очень приятно, я за вас рада, мы вами гордимся. Разрешите приступить к церемонии награждения. Награждается Фомичев Алексей Андреевич в номинации «Молодой исследователь». Шапарев Ярослав Владимирович, группа 338. Кирин Кирилл Игоревич, группа 338. Большаков Андрей Евгеньевич, группа 338. Шевченко Андрей Юрьевич, группа 122. Тужиков Вадим Сергеевич, группа 120. Журавлев Сергей Владимирович, группа 011. Алиева Анна Анатольевна, группа
это 0.11. Захарова Арина Александровна, группа 143. Хусаинова Альфия Миргасимовна, группа 143. Гатиатулин Юрий Ирикович, группа 141. Шутова Анна Вадимовна, группа 142. Голод Юра Владимирович, группа 143. Ибарцева Юлия Олеговна, группа 0.11. Семчук Кристина Эдуардовна, группа 0.11. Теперь время общей фотографии. Просьба студентам пройти в зал. Переходим к награждению в номинации «Профессиональная успешность». Награждается Борисевич Алена Дмитриевна, группа 231. Якубовская Александра Петровна, группа 231. Бондарь Богдан Леонидович, группа 236. Ермолаев Антон Вячеславович, группа 237. Захарчук Максим Евгеньевич, группа 220. Стадник Денис Андреевич, группа 220. Султанов Владимир Викторович, группа 227. Нестеров Илья Викторович, группа 121. Поздравляем, Илье еще предстоит представлять наш колледж в Ленинграде на профессиональной олимпиаде сварщиков. Желаем ему успехов. Пересметов Азамат Хасантаевич, группа 121. Большая наша надежда. Уха
Лазарь Любовь Викторовна, группа 302. Люба стала победителем в национальном чемпионате в конкурсе WorldSkills Russia в городе Казани. Заняла 3-е место. Мы ее поздравляем. Это наша победа общая. И желаем ей дальнейших успехов. Жаль, что ее нет. А сейчас общее фото. Проходите в зал. Жить хорошо только тогда, когда интересен каждый день. Когда ты способен создавать что-то прекрасное и подарить это окружающим. В этом нашим студентам помогает творчество. Именно в творчестве мы учимся быть сильными и воплощать самые смелые идеи. Творческая личность. На сцену приглашается заместитель директора по воспитательной работе Алексей Николаевич Боровинский. Добрый день, уважаемые студенты, уважаемые преподаватели, гости, родители. Мы рады приветствовать вас на чествовании лучших студентов. Мне очень приятно, что именно мне досталась вот такая честь приглашать сюда лучших в номинации творчества. Ведь, по сути, творчество едва ли не единственная, наверное, да, та деятельность, где умело сочетаются и умственные, и физические способности. Я рад за тех ребят, которые сегодня поднимутся на эту сцену, поскольку я уверен, это 100%, ваши творческие навыки пригодятся вам не только во время учебы в колледже, но и в дальнейшем, да, во взрослой, уже в профессиональной деятельности. Я от всей души хотел вас поздравить еще раз. Ну, а те ребята, которые сегодня по какой-то причине сюда не попадут, да, как раз таки в этой номинации, вам есть к чему стремиться. Я желаю вам успехов и умножать еще результат. Но от слов к делу. Грамотой. В номинации «Творческая личность»
на ежегодной церемонии чествования студенческий Олимп 2014 награждается Самойлова Софья, группа 333. Коваленко Серафима, 332 группа. Шишова Дана, группа 334. Носов Михаил, 343 группа. Межонов Георгий, 345 группа. Поздравляем. Карен Багдасарян, 343 группа. Ну, я думаю, вы все эти личности очень хорошо знаете. Они не раз здесь выступали. Поздравляем. Барсагаева Александра, 335 группа. Шапочникова Софья, 331 группа. Сушкова Полина, 331 группа. Бубова Ксения, 334. Добрынина Юлия, 333 группа. Второкурсники, переходим. Вихарев Владислав, 225 группа. Бабаев Нариман, 120 группа. Ключников Антон, также 120 группа. 122 группа. Варновский Роман. Студенты. Поздравляю, Аня. 122, пожалуйста. Они сейчас на сцене, как вы видите. Так. Ермолаев Антон, 238 группа. Аминева Лилия, 233 группа. Поздравляю. Гаджиева Сайгиба, 232 группа. 237 группа. Вилеев Фатима. Поздравляем. Праздником. 231 группа. Борисевич Алена. Аплодисменты. 231 группа. Балакчи Амалия. 231-я Анастасия, также 231-я. Поздравляем вас. Шагалеева Руслана, 231-я группа. Гнедая Анастасия, 231-я группа. Поздравляем. Буряк Елена, 232-я группа. Вахлова Анна, 237-я группа. Аплодисменты бурные. Богдан Бондарь, 236-я группа. Маламуш Виктория, 234-я группа. Виталий Панфилов, 021 группа. Петрова Полина, 031 группа. Крышневая Ивана, 031 группа. Алиева Анна, 011 группа. Фризюк Кристина, 011 группа.
Кристина Семчук, 011 группа также. Силина Екатерина, 131 группа. Александр Чушков, 142 группа. Попов Василий, 143 группа. Марина Тырса, 143 группа. Захарова Арина, 143-я группа. Илья Винц сегодня на сцене. Максим Фальковский, 242-я группа. Богданова Евгения, 242-я группа. Конечно же, Богданова Анна, 143-я группа. Поздравляем. Всегда на посту. Гаматина Юлия, 042-я группа. Царегородцева Евгения, 143-я. Балкунов Владимир. Сайдгараев Айрат, 242-я группа. Щербаков Сергей, 142-я группа. Гардер Екатерина, 42-я. Свистунова Анастасия, 241-я группа. Илья Безымянный, 042-я группа. Михаил Попов, 042-я группа. И Шутова Анна, 242-я группа. Ребята, успехов вам во всем, и в творчестве, и в других направлениях. Вы, я без сомнения знаю, это золотой фонд колледжа и, наверное, Югры всей. Успехов! А сейчас общее фото. Способных вести за собой, которые не умеют сидеть сложа руки и ждать чуда. В нашем колледже есть такие люди.
Для награждения в номинации «Активная жизненная позиция» на сцену приглашается руководитель студенческого союза Чертухина Екатерина Сергеевна. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, гости. Хотелось бы поздравить всех тех ребят, которые сегодня находятся в этом зале, потому что каждый из них по праву может называться лучшим студентом нашего колледжа. Хотелось бы пожелать вам дальнейших успехов, огромных сил и, самое главное, желание идти вперед и добиваться самого лучшего. Ну а теперь, переходя к той номинации, которой я удостоена честью сегодня, собственно, награждать, хотела бы выразить слова благодарности тем ребятам, которые сейчас поднимутся на эту сцену. Спасибо вам за вашу бесценную помощь. Спасибо за ту радость, которую вы дарите окружающим своей деятельностью. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию. Награждается номинация «Активная жизненная позиция» ежегодной церемонии «Студенческий Олимп 2014». Суслов Максим, группа 141. Клочкова Валентина, группа 042. Епаров Эдуард, группа 041. Свистунова Анастасия, группа 241. Захарова Арина, группа 143. Добрынин Артур, группа 243. Сайгараев Айрат, группа 242. Фальковский Максим, группа 242. Гатитулин Юрий, группа 141. Шуманский Евгений, группа 242. Денисенко Александр, группа 042. Чушков Александр, группа 142. Голубцов Герман, группа 243. Шутова Анна, группа 242. Голубь Юра, группа 143. Потех Алексей, группа 242. Богданова Евгения, группа 242. Богданова Анна, группа 143. Тырса Марина, группа 143. Азарянская Анастасия, группа 231. Балакча Амалия, группа 231. Борисевич Алена, группа 231. Ермолаев Антон, группа 237. Анопа Александр, группа 132. Так, Роман Вайнерт, группа 229.
Родичкин Андрей, группа 229. Алиева Анна, группа 011. Семчук Кристина, группа 011. Гусаинов Ильяс, группа 222. Полетаев Сергей, группа 222. Даян Данил, группа 220. Анна Пасенко Надежда, группа 122. Тужиков Вадим, группа 120. Распопа Иван, группа 306. Сагадеев Радим, группа 122. Ибарсова Юлия, группа 011. Сушкова Полина, группа 331. Григорян Виолетта, группа 338. Шапошникова Софья, группа 331. Прицелюк Татьяна, группа 334. Осинцев Дмитрий, группа 345. Федорков Александр, группа 346. Кургин Антон, группа 343. Качаян Жульбер, группа 347. Уважаемые ребята, еще раз огромное спасибо вам за вашу работу. Я думаю, что вы не остановитесь сегодня, получив эту награду, а пойдете дальше и будете дальше доставлять радость и себе, и людям. А сейчас общее фото. В зал. Защищать. А мне кажется, что это не просто профессия. Это крик души, это смысл жизни. Патриотами славится страна. И патриот — это не только солдат. Это человек, который каждой своей частичкой отдан любимому делу. Вот это и есть истинный патриот. Thank you.
вознаграждение в номинации «Патриот» на сцену приглашается руководитель военно-патриотического объединения «Росич» Галина Николаевна Угарова. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые коллеги и гости. Я очень горжусь тем, что мне предоставили честь награждать ребят данной номинации, потому что эти ребята совершенно особенные. Им приходится постоянно чем-то жертвовать. Во имя чего и кого, попробуйте каждый ответить на этот вопрос. Они жертвуют своими интересами где-то, своим личным временем, выслушивают иногда даже непонимание со стороны учителей и родителей. Но тем не менее, они идут дальше, идут вперед. И как и на военной службе, в отличие от других, они рискуют самым дорогим, что есть, это здоровье. И все это ради того, чтобы каждый из сидящих в этом зале мог знать, что любой, кто выйдет на эту сцену в этой номинации, протянет всегда руку помощи в трудной ситуации. И не только всем сидящим в этом зале, а каждому. И я со своей стороны могу сказать большое спасибо всем этим ребятам. Большое спасибо и благодарность. Благодарность за то, что с каждым из этих ребят можно смело пойти в разведку и доверить свою жизнь. Поэтому позвольте мне наградить ребят данной номинации, номинации «Патриот». Награждается Алексеев Савелий Николаевич, группа 346, номинации «Патриот». Это наш первокурсник. Награждается Нелюбин Сергей Сергеевич, группа 344, номинации «Патриот». Тоже достойная смена, первый курс. Награждается Сурков Илья Михайлович, группа 344, тоже первый курс. К сожалению, не пришел. Награждается Пикчурина Альфина Венеровна. Немногочисленные у нас девушки, но они самые сильные, сильные духом и характером. Награждается Зыкин Борис Александрович, группа 326. Награждается Климов Дмитрий Вадимович, группа 322. Награждается Глотов Сергей Олегович, группа 220. Поисковый отряд «Норд». Награждается Захарчук Максим Евгеньевич, группа 220. В одной группе, в одном отряде. Награждается Хмеленко Александр Юрьевич, группа 220, военно-спортивный клуб «Росич», абсолютный победитель в спартакиаде всероссийской в городе Москве 2014 года. Награждается Чернышов Дмитрий Андреевич, группа 220, военно-спортивный клуб «Росич». Награждается Федий Назар Павлович, группа 220. Награждается Зыбин Максим Сергеевич, группа 120. Награждается Дорошин Дмитрий Дмитриевич, группа 120.
награждается Трифонов Никита Сергеевич, группа 121. Награждается Панфилов Виталий Дмитриевич, группа 121. Награждается Ковальский Ян Александрович, группа 021. Награждается Мшинский Максим Геннадьевич, группа 021. Награждается Андреев Юрий Иванович, группа 021. Награждается Уварин Андрей Александрович, группа 220. Верный своему отряду и своему делу. Награждается Булгаков Данил Владимирович, группа 121. Награждается Алиева Анна Анатольевна, группа 011, номинации «Патриот». Награждается Семчук Кристина Эдуардовна, группа 011. Награждается Бибарсова Юлия Олеговна, группа 011. Награждается Борисевич Алена Дмитриевна, группа 231. Награждается Балакчи Амалия, группа 231. Награждается Азарянская Анастасия Андреевна, группа 231. Награждается Гнедая Анастасия Сергеевна, группа 231. Награждается Ермолаев Антон Вячеславович, группа 237. Награждается Велиева Фатима Эльшан Кызы, группа 237. Награждается Вахлова Анна Сергеевна, группа 237. Награждается Бондарь Богдан Леонидович, группа 236. Награждается Коломиец Михаил Михайлович, группа 141. Мы знаем Михаила как гиревика, но он еще у нас и патриот. Награждается Лисицын Антон Александрович, группа 142. Награждается Чугунов Кирилл Алексеевич, группа 142. Звездная 142-я группа. Успешно во многих номинациях, и мне очень приятно.
награждается Чушков Александр Дмитриевич, группа 142. Награждается Шутова Анна Вадимовна, группа 242. Три девушки ездили на Всероссийскую спартакиаду, и Аня была тоже одна из них. Награждается Пономарев Егор Вячеславович, группа 242. Достойная смена 142-й группы. Награждается Бабкин Денис Владимирович, группа 242, командир младшего состава военно-спортивного клуба «Росич». Награждается Луций Иларион Сергеевич, группа 242. В этом году Иларион стал кандидатом мастера спорта по многоборью на чемпионате мира. Награждается Потапенко Алексей Васильевич, группа 242. Награждается Бердников Денис Дмитриевич, группа 332. И позвольте от себя лично и от всех сидящих в этом зале поздравить этого молодого человека с сегодняшним днем рождения. И давайте дружными аплодисментами пожелаем ему здоровья и чтобы, наверное, каждый год мы увидели на этой сцене. Поздравляем! Дорогие ребята, еще раз огромное вам спасибо. И я хочу сказать, что многие ломаются в этой жизни. Я желаю, чтобы вы никогда не сломались и твердо и достойно шли к намеченным целям в ваших дальнейших делах. Спасибо вам еще раз большое. А сейчас общее фото. Просим вас занять свои почетные места. Победы, поражения, новые рекорды, изнурительные тренировки. Рекорды личные и командный дух. Это не громкие слова, это жизнь наших спортсменов. Для награждения в номинации «Спортивный пьедестал» на сцену приглашается руководитель физического воспитания Рашид Гаянович Башмаков. День добрый всем. От имени спортсменов позвольте мне поздравить всех ребят, которые стояли здесь на сцене и получили заслуженные призы. У меня будет несколько необычное выступление, потому что я сегодня буду подводить итоги, значит, тех соревнований, которые мы провели внутри колледжа, а потом перейдем на городские соревнования и закончим, значит, окружной спартакиадой. Итак, в течение первого полугодия мы провели соревнования на лучшую спортивную группу, где третье почетное место заняла группа номер 241. Куратор Щеткова Светлана Геннадьевна. Они награждаются почетной грамотой и переходящим кубком.
Второе место за звание лучшей спортивной группы заняли ребята из группы номер 220. Куратор группы Климов Виктор Владимирович. И неожиданно для всех победителями соревнований на лучшую спортивную группу стали ребята из группы номер 325, первый курс. Куратор группы Кузнецова Ольга Владимировна. Просьба оставаться на сцене. Среди групп девушек второе место заняли девушки из группы номер 331. Куратор группы Кузнецова Инга Сергеевна. И победителями на звание лучшей спортивной группы стали девушки из группы номер 234. Куратор Чемякина Ольга Николаевна. В течение учебного года мы проводили спартакиаду Сургутского профессионального колледжа. Я называю Сургутского профессионального колледжа, потому что политехнически мы стали уже после того, как мы провели эту спартакиаду. Итак, третье место заняло структурное подразделение номер один среди команд юноши. Я прошу прощения, значит, мы несколько перепутали с кубками. Второе место заняло структурное подразделение номер два. Среди юношей первое место заняли спортсмены из структурного подразделения номер 4. Структурное подразделение номер 4, пожалуйста. Третье место среди групп девушек заняло структурное подразделение номер 4. Второе место среди команд девушек заняло структурное подразделение номер 1. И победителями среди девушек стали спортсмены из структурного подразделения номер 3. Я хочу сказать, что в этом году спортсмены Сургутского профессионального колледжа стали победителями буквально во всех крупных соревнованиях, включая осенний легкоатлетический кросс, где наши юноши вообще заняли весь пьедестал почета. Достаточно успешно выступили в пятом городском фестивале студенческого спорта. Выиграли вот последний раз эстафетный бег на 9 мая и стали победителями окружной спартакиады, о котором я скажу чуть позже. Итак, за первое место на первом этапе, за первое место в командном зачете награждается Бикулов Альберт. Я должен сказать про этого парня отдельно. Значит, Альберт в составе сборной города Сургута стал победителем и окружной спартакиады в беге на 100 метров. Этот, я извиняюсь, на 800 метров.
этот парень уже выбегает из 2 минут. И я прошу запомнить, возможно, в скором времени Альберт где-нибудь еще на Олимпийских играх тоже выступит. Потому что выбежать из 2 минут, это дорогого стоит, ребята, поверьте вот моим знаниям. Это медаль за окружное 1-е место. А это медаль за 1-е место в эстафетном беге на 9 мая. Награждается за 1-е место Афанасьева Анастасия. Настя здесь. За 1-е место в эстафетном беге награждается Лисицын Антон. Награждается Бикчурина Альфина. Награждается Шутова Анна. Награждается Чугунов Кирилл. Награждается Зыбин Максим. Награждается Чушков Александр. И вот снова я хочу обратить ваше внимание на 2 наших спортсменов, легкоатлетов, которые также в составе города Сургута, значит, заняли на окружных соревнованиях по своим дисциплинам 1-е места. Это Алискерова Алина, 337-я группа. Одна за 1-е место на окружных соревнованиях, второе за 9 мая. Награждается Бурцев Степан. Бурцев Степан. Вот тоже хочу обратить внимание, парень выбежал из 11 секунд. 10,6 100 метров пробегает. Это очень быстрый результат. И вот такой кубок ребята выиграли в командном зачете. Саня, капитан команды. Я хочу пригласить сюда на сцену руководителя физического воспитания структурного подразделения номер 4 Такамбаева Искандера Булгазовича. За многоборье
третье место. Второе место – теоретический конкурс. Третье место – бег на 30 метров. Награждается Чужков Александр. За второе место в теоретическом конкурсе, за второе место в многоборье, за второе место в подтягивании награждается Луцов Иларион. За второе место в теоретическом конкурсе награждается Шутова Анна. За второе место в теоретическом конкурсе, за второе место по стритболу награждается Ахмерова Инесса. За второе место в стритболе награждается Черникова Анастасия. За второе место по стритболу награждается Тичкар Татьяна. За второе место по стритболу награждается Афиногенова Елена. Она также награждается за второе место по теоретическому конкурсу. За первое место по стритболу награждается Климов Евгений. Малютин Олег. Лутай Михаил и Ковальский Ян. Они стали победителями, не проиграв ни одной игры, выиграв уверенно в финале, заняли первое место. Также в командном зачете наши ребята заняли итоговое первое место. Но в личном зачете Сергеев Андрей занял второе место. Шугай Тихон – второе место. Трусов Иван – второе место. Победителем своей весовой категории Коломеец Михаил занял первое место и выиграл команду на первое итоговое место. Настольный теннис. В личном зачете наши юноши заняли первое и второе место, а в командном, соответственно, общее итоговое первое место. Итак, Кустов Константин, второе место в личном зачете и командное первое место. Смирнов Артем стал лучшим теннисистом округа. Первое место в личном зачете, первое место в командном зачете. И, наконец-то, вернули звание сильнейшей футбольной команды наши футболисты. 2 года мы как бы за пределами пьедестала почета были. В этом году, сыграв очень уверенно, наши ребята заняли командное первое место. В составе Чиняева Антона, который также занял второе место в теоретическом конкурсе. Каплана Ильи. Закирова Рустама, Романикина Владислава, Рыбалкина Дмитрия, Мурадова Ильнура, Лобовикова Павла, наш вратарь, у него даже и сейчас на груди номер 1. И Пильтина Александра. И вот, ребята, значит, все эти заслуги, конечно, немыслимы без их руководителей. Я бы при вас хотел поздравить мастера спорта международного класса
тренера-общественника, который у нас деньги не получает, ведет на общественных началах. Глущенко Евгений Дмитриевич. Уже на протяжении последних 5 лет он нам готовит отличных гиревиков, которые занимают первые места в городе, в округе и выступают на уровне России. И также с благодарностью я хотел бы отметить Иващенко Сергея Сергеевича. К сожалению, его сегодня нету, но также он вот уже больше 20 лет работает у нас в нашем подразделении, и без его как бы работы вот ребята, которые вот в этом году заняли первое место и всегда занимают практически первые, ну, призовые места в масштабе округа, вот были бы немыслимы. Я хочу им сказать огромное спасибо и дальнейших успехов в работе. Ну а теперь позвольте мне, вот смотрите, как нам все-таки хорошо, да? Потому что нам выбрать лучших из лучших очень сложно. Если бы это были, допустим, 3-4 человека, отдали грамоты и до свидания. А вот нам, мы ломали голову, кого бы отметить в качестве лучших в номинации «Спортивный пьедестал». Ну и вот выбрали вот таких вот ребят. Из первого курса Алискерова Алина. Кустов Константин. Лутай Михаил. Малютин Олег, 016 группа. Каплан Илья, 227 группа. Зыбин Максим, 120 группа. Ковальский Ян, 021 группа. Наши ветераны. Ахмерова Инесса, 132 группа. Чиняев Антон, 137 группа. Лисицын Антон, 142 группа. Бекулов Альберт, 142 группа. Чугунов Кирилл, 142 группа. Бурцев Степан, 244 группа. Коломеец Михаил, 141 группа. Шутова Анна, 242 группа. Чушков Александр, снова 142 группа. Смирнов Артем, 142 группа. Одни спортсмены, надо вообще делать, наверное, Вадим Николаевич спортивную группу в колледже. Мурадов Ильнур, 015 группа. Все. Я хочу еще раз поблагодарить всех ребят за их труд, за то, что они, не жалея своего личного времени, практически здоровья, занимаются спортом и прославляют наше учебное заведение на соревнованиях различного уровня. Еще раз спасибо, ребята, успехов. И я на эту сцену еще раз, для того, чтобы сфотографироваться вместе с нашими воспитанниками, хочу пригласить всех преподавателей физической культуры. Пожалуйста, поднимитесь сюда. Ашим Манапович, Владимир Михайлович, Талгат Исматович, Юрий Владимирович.
на нашем Олимпе становится тесно. А мы еще даже не добрались до самой вершины пьедестала. Самые главные награды еще томятся в ожидании, так же, как и наши студенты. Ведь пришла пора объявить имена тех студентов, кто с этого дня будет носить гордое звание «Лучший студент колледжа». И, конечно же, объявить имя того студента, на которого мы возлагаем большие надежды. Для награждения в номинациях «Лучший студент года» и «Надежда колледжа» на сцену приглашается директор Сургутского политехнического колледжа Вадим Николаевич Шутов! Самая приятная процедура, потому что из обилия студентов, которые стояли на сцене, сейчас сюда будут вызваны самые-самые-самые. Но прежде всего я, конечно, хотел бы поблагодарить всех наставников, всех педагогов, которые напрямую способствовали тому, чтобы ребята вот поднялись на Олимп, либо помогали в процессе обучения в нашем колледже ребятам становиться лучшими. Потому что труд всего педагогического коллектива дает, в общем-то, такие результаты. Ну а сейчас мне, конечно, хотелось бы поздравить и вручить награды лучшим из лучших. Номинации «Надежда колледжа» традиционно лучшему первокурснику мы вручаем эту награду. Награду получает Федорков Александр. Лучшими признаны Алиева Анна. Шутова Анна. Семчук Кристина. Захарова Арина. Чужков Александр. Ну, я думаю, вы догадались, что лучшими студентами признаются те, кто получил наибольшее количество номинаций в различных конкурсах. Дорогие ребята, я вас благодарю за то, что вы действительно делаете большое дело, делаете наш колледж действительно достаточно привлекательным, престижным учебным заведением. Вам я желаю новых побед, творческих побед в учебе, в профессиональном мастерстве, ну и всего самого-самого хорошего. Спасибо вам. Этот момент обязательно должен быть увековечен в фотографии. Thank you.
спасибо Вадиму Николаевичу, а наших лучших студентов попросим не покидать сцену, ведь сегодня ваш звездный час, и эта песня звучит именно для вас. Загорелся, заискрился сам.